Итак, здорово. Я проснулся вечером, потому что я уснул, потому что я играл в эту игру, она очень хочется и посмеет спать, и вот так вот. Короче, я в этих... Оба, ну я сейчас пройду, ебать, что-то... Короче, я написал, что это A Moon of Madness. 7-3-5-7. Запомнили, да? А это... Короче, Moons. Moons. Как коровка. Moons. Of Madness. Короче, это луны безумия. Так. Зарядить протокол. Сука, это... Мне что, надо со своей машины батарею снимать? Или где-то что-то есть опасное? Странно, но... В моей тачке... Я не вижу, что вы были в моем марсоходе. Какие-то намеки на запчасти. Прыгать мы не умеем, только глазеть до полусмерти. Это интересно, очень захватывающе. А, блядь. Так, чё там? Блять, какой там был? 7-3-5-7? 7-3-5-7. Угу, всё. 7-3-5-7. Угу. 7. Воу. О, Jesus. Лично. Now this is crazy. Who would even write all this? Да тебе ли не похуй? Мне вообще похуй, чувак, пойдем. Написали, да написали, пас. Прочитал сейчас сзади. Бу! Нет, нихуя. А я ждал сзади. Бу! Буя. В этом, наверное, думаю, и проблема. Она скучная, там, где ты ждешь экшена, она тебе такая. Я очень скучная. Ха! Так, загрузить двигатель, тест. Спасибо. Так. Здесь что у нас? Я король мира. Странно, там только одна луна. О, а что там? Я-то думал, там что-то... I hope to God he's in the habitat. Давай. Он, блядь, как-то летает, нахуй. Так, что там, блядь, за хуйня? Все? Ну, там что-то на рабочем столе мешало. Elevator seems to be malfunctioning. Охуеть, блядь. Спасибо тебе, элевейтер. If it was a dream... Молодец! Why is my scar still warm? Что ты там? Что тебе? Жди, блядь. Я в Дискорде такой. Я в Дискорде. Слышь, Дискорде на. Иди на. Дискорде. И в Destiny. О. Okay, one stack of Иди rocks. Нахуй. Fine. Oh. This though, Declan is either really bored or somebody. I don't know. Let's just hope he has too much time on his hands. Thank you.
Так. Не туда, да? Наверх. А здесь что у нас? Дух исследования. Он не едет, сука. Где же ваш дух исследования? Где это все? Почему вы не ходите? Почему вы перестали следовать? И почему вы хотите просто бегать? Да потому что нет у меня времени ходить, блядь, и исследовать ваши открытые ебучие мира. Так что как готов заходить. Все. Он даже руками так машет, когда падает. Воу-воу, типа. Птица-птица. Птица-птица. Чайка-чайка. Серьезно, мечт? Я скалолаз? Парень скалолаз-космонавт? Так, а если я сейчас сюда вот так вот? Я хочу просто узнать, что там. А, мне типа сюда и надо. Это типа по кругу, да, ебанул? Очень здорово. Блять! Так, какие сохранения? Мост, да? Вышли патчи, Маша игра перестанет подвисать, там потупать. Продолжаем изучать всю эту историю. Так. Там сюда. Ой, он далеко летит. А можно вообще упасть? Ну-ка. Пизда нам! Я честно проверил. Ну, знаете, может ачивку там спрыгни с такой-то высоты. Ачивки уж там на данный момент я пострел, там, ну, пока еще нет руководства и... Ачивки просто... Они, в принципе, скрытые. Мне кажется, это как сюжетные. То есть здесь нету всяких там собери то, пройди за столько-то. Мне кажется, здесь все очень просто. Сейчас зайдем, посмотрим, что здесь. Declan, you here? Declan! It's empty? Declan! Damn it, where are you? Look, don't freak out. Just find out where he is. Shit, this is bad. I'm sorry, Declan. I didn't know how bad it was. He can't stay alone out here anymore. He needs help. Конечно же, мы читаем. Деклан, напиши о своих фантастических приключениях, папа.
Так, мне подарил его папа. У нас был небольшой ящик 325/25 для личных вещей, которые мы запечатывали перед стартом. Я был оставил его на земле. Иногда он помогает мне писать. А, не понимаю, почему ложь в этот раз так беспокоит меня. Отец, сестра, они все еще думают, что я морожу задницу в Антарктиде, изучая климатические изменения. Ох, папа, не знаю, как насчет фантастических приключений, но прошлой ночью мне приснилось, что я участвую в танцах со звездами, и моя партнерша Кэтрин Хепберн. Мы взяли первый приз, хотя она была совершенно очевидно мертва. Но было здорово. Потом я проснулся, 6 часов записывал цифры, принятые из космоса, и просверлил крошечные отверстия в 17 камнях. И все это время меня от смерти отделяло только закаленное стекло. А тут на Марсе настоящие американские горки. Это должно быть просыпаются мои гельские корни. Гельские. Из трех пирамидки из камней. Раньше я много ходил пешком. Меня всегда раздражали небольшие пирамидки из камешков, которые люди насыпают вдоль троп. Как будто хотят сказать: я был здесь, у меня все отлично с мелкой моторикой. Смотрите, это я. Бонус от прогулок на Марсе. Здесь все чихают, хотели на девиз: не оставляй следов. Во время выходов на поверхность я начал улучшать моменты. Собирать мелкие камешки и строить каменные пирамидки. Так ты его, сука, пирамиды. Мой маленький сад камней, балансирование камешков. Очень здорово. Однако в последнее время я начал замечать, что камни движутся. Я проверил свою теорию, хотя и самым неудачным способом собрал новую пирамидку из лучших образцов марсианской породы. Нетронутые пыльные камни. А затем выждал день. Камни не упали. Нет, это было бы слишком просто. В одной пирамидке один камень был заменен, и не самый простой камень. Не верхний, а из основания. Центральный камень из этой пирамидки переложим в другую. И никаких отпечатков перчаток. Ничего, я просто два... Ничего, просто два марсианских камня за каким-то хреном среди ночи поменяли местами. Зачем я вообще это пишу? Сука... Что там еще? Когда человек тонет, его горло сжимается, чтобы вода не попала в легкие. Но воздух тоже не попадает туда. Этот рефлекс настолько силен, что вы можете выплыть так, чтобы ваш рот находился над поверхностью воды. Но все еще будете не в состоянии ни кашлять, ни дышать. Вы утонете не потому, что оказались под водой. Вы утонете из-за рефлексов. Втыкаешь иголку перепонку между пальцами ног. Это уже звучит ужасно. И все твои рефлексы восстают против этого. Но все наоборот. Эмоции резко исчезают. Депрессия набрасывается на тебя с новой силой. Твой разум начинает оправдывать все это. Провоцирует слабый выброс гормонов. Слабый писк разума замолкает перед этой чудовищной громадой. Это практически невозможно. И вот этот естественный рефлекс причинить себе боль. Рефлекс причинить себе... Чих ты! Жутко и просто становится для тебя... Для тебя всем. Ты просто тонешь во всем этом. Что за бред? И либо, Господи Иисусе, рука так и трясется. Думаю, сегодня... Заночую на базе, нужно ненадолго вырваться отсюда. Какой-то бред. Да сколько тут у тебя? Я плохо спал. Нет, это мягко сказано. Иногда я уже не мог сказать, сплю ли я, бодрствую. Числа продолжают приходить, а послания начинают обретать смысл.
Ночевать на базе не помогает. Кроме того, сложно придумать повод, по которому мне каждый день нужно пользоваться вездеходом. Да просто обычные галлюцинации, ничего серьезного. Если у тебя получится забрать меня до того, как они начнут в 6 часов вечера, было бы здорово. Может быть, я просто построю новую пирамиду и дам ведьме еще поиграть с камешками. Точно, забава погоди. Пляжные забавы, черт возьми. Мне бы еще шезлон и Маргариту. Если уж я сдох, схожу с ума, почему бы не делать это с удовольствием? Сегодня я видел ведьму. Дрожу до сих пор, выглянул в окно, а моя сестра стоит на обрыве. Моя сестра совершенно голая, в марсианской пустыне, задыхалась, глаза вылезли из орбит, как у золотой рыбки, выпавшей из аквариума. Я чуть не убился, пока влезал в скафандр. Я выхожу, я бегу, спотыкаюсь к барьерам. Теперь там стоит какая-то баба, бледная и черноволосая, смотрит в сторону на бесконечные дюны. Когда она поворачивается ко мне, я понимаю, что это не моя сестра. Глубокая черная дыра на месте лица, серая щель, изогнутая в улыбке. Я чувствую вкус песчинок, сыплющихся мне в открытый рот, и вдруг начинаю задыхаться. Она медленно приближается, а я бью себя кулаком по груди, пытаюсь вздохнуть. Щупальца черноты тянутся из бесконечной пустоты в ее черепе. Я погружаюсь в пустыню, она пытается утащить меня вниз. И я просыпаюсь, хватая ртом воздух. Я не могу остановить это. Так просто не могу. Твою мать. Сука, не люблю я вот это. Где много щива. Лучше показали бы кат-сцены. Зачем мне вот это вот читать? Брать батарею. This place. Chelsea was right. Jesus, I didn't know it was like this. How does he live like this? Ну, жил же как-то. Холостяк, наверное, хули. О, ботинок здесь вот. А я не вижу никакой ведьмы. Бу! Нет. Так, ну это я вот... Читать не хочу, смотрю. Песчаные бури. Так. Вкратце так. О, тут все серки. Где ты, если ты это читаешь? Мы возвращаемся на базу. Мы ждали, но ты так и не появился. Со мной Джози и Лукас. Мы направляемся к базе на вездеходе. Мы ненадолго потеряли с тобой контакт, когда твой вездеход пропал с радаров, а потом спутник словно забесился. Понятия не имею, почему это творится. Может, все из-за этой бури, но это не важно. Делай, что сможешь, вернись на базу или хотя бы выйди на связь. Я надеюсь, ты получишь... сообщение, Деклан. Бу? Нет, не бу. Так, в этой игре я пока понял, что когда я чего-то ожидаю, этого не происходит. Когда я этого не ожидаю, это происходит. Камушки сраные. Дел. Ну, блять, тут нужно питание. А чё, я могу? Я-то, кстати, думал, что меня надо будет вытащить. Но интересно, я смогу в скафандре? То есть мне не обязательно же его снимать. Процедуру все делать.
Вот так, да. Прям скафандр, чем не заморачиваться. Поехали. Doing good, chief. Don't look down. А что там внизу? Внизу все. What is that? Holy shit! No. Oh my god, please just be a meteor. Oh my god. А что это еще может быть? О май гад! Нужен блок питания, да? Тут компьютеры какие-то непонятные вообще. Вот он есть. Отлично. Ah, burning plastic. Definitely a short in the system. Понятно. I need to find a way to reroute power around the damaged nodes. Я пока не совсем втыкаю, что мне сделать-то надо. Ебать. Дерьмо какое-то собачье. Всё? Что еще-то не так? Ну. This panel distributes power between the dish and the PC terminal. And that busted node means I can only power one of them at a time. Охуеть, обосраться. Thank you.
Блять. Потрясающе. Я их две должен как-то сделать. Только как? Великолепно, блядь. Ну загадочки у вас. А, ну может типа так он и работает. Хуй его знает. Ну ладно. Че, Шейн пропал, потерял связь с Сиран, теперь распредщитки начинают выходить из строя. А падаю достаточно... Падаю. Ой, подаю, блядь, подаю. Достаточно энергии, чтобы развернуть тарелку к Джози и получить слабый сигнал. А затем система уходит в перезагрузку. Очередной прекрасный день на Марсе, сука. Уверен, Рочи расценит это как нарушение правил нашифрования. Но я никак не могу запомнить график смены кодов. Никнеи ваши... Короче, хуйня какая-то. It's getting really bad out there. Gotta pick up the pace, Shane. Чего? А, теперь мне надо дать ко второй линии, да, подключиться? То есть теперь мне надо... This circuit box is amping up the current. Too much power will fry the system. Too little, and the dish won't work. Три, четыре, так. Не начинаю. Без единицы, да? Сколько? 4, 5, 6, 7.
Мне 10, мне надо минус 1 убрать. Ну как мне это, блядь, минус 1 убрать? Да. Sandstorm's picking up again. Things just keep getting worse. Сейчас мы установим связь с базой, блядь. Загадки, что же нужно уснуть, блядь, нужно. Калибруйся. Come on, someone respond, please. Я просто не знаю, ну у меня уже вот башка нахуй взорвется. Чего же это тупо? Она ни туда, ни сюда не идет, блядь. 80 и все, блядь. Пидорасина конская. Commander Wilcox, Dr. Volkova, Dr. Van Buren. Ты посмотри. Охуеть. Come on, someone respond, please. All hands on deck situation. Нафигал просто, блин. Oh my god. Commander Wilcox, where are you? Something. Anyone? Do you copy? There is a creature roaming Trailblazer Alpha. Do not return to base. Repeat, do not. I can't hear you. You're cutting out.
We are at base. We need to investigate the Cyrano crash site. No, 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 no. Commander Wilcox! Wilcox! Ачивка «Выход на связь. Вернуться на вездеход». Охуеть, обосраться просто. Вот это я тут ебался, блядь. Come on! Dead. Not even static. But they're alive. Someone is alive. Из пыли. Что ты нахрен знаешь, существа из пыли? No, no, go down! What the hell? Oh shit! Looks like the only way down is to jump. This is gonna hurt. Damn it! Охуеть, а хули еще делать? Нахуй. Бля. What? I parked the meerkat right here. I know I did. Just stay close to the light. What the fuck is going on? Не туда. Да где кто? There it is. Давай, чудеса. Что за черная? Черная хуйта. Давай. Oh fuck! Иди нахуй. Come on! Come on! Come on! Там ходят, да? Ну их нахуй, в пизду. Так, ачивка побег. И чё, их там нету, да? Ну-ка. Ща как раздавим, блядь. А куда ехать-то? Не
ебануться. Фу. Было не страшно, но страхово просто. Declan? Shane! Oh, shit! Shane! You're all right! Fuck, first good news in a while. Declan, there is something at the base. It's some kind of alien, a monster. We know. Lucas said it had something to do with Volkova's research, so I don't think we can claim credit for discovering aliens. You saw it? Shane, we got emergencies upon emergencies right now. The Cyrano fell out of the sky like a rock. Oh my god. I didn't want to believe it. I'm with Josie and the Meerkat heading out to the crash site to look for survivors. Lucas volunteered to stay behind at the base, but it's in really bad shape, man. The mangrove tree? Its roots are everywhere. Taking over. All right. What can I do? Lucas said he had a pretty good idea what happened and a way to stop it at the source. Find Lucas and help him. He should be in the research lab. I'm glad you're all right, man. Please... Stay that way. Да буду, и ты будь. Так что на этом все, давай.